На что вы опять потратили наши деньги? Ой-ой-ой, типа ты у нас такая прям тут вообще самая чистюля капец просто, да? А кто вообще разрешал воду включать? Вот именно, Ань. Эй, слышь, спокуха, братцы. Да ладно, офигеть, я в шоке. Софи, ты че? Ладно, подарок, телефон Xiaomi MI9T, понятно? Братно. Кажется, она залипла. Ребят, есть серьезный разговор. Ты про Аню, Софи? Да, Эйвен, вот когда она последний раз с нами вообще играла, а? Миша, вот скажи. Даже не помню. Юмичу. Она нас только кормит и отпускает гулять, чтобы мы сделали свои грязные делишки на улице. Вот, Юми, как всегда. Вот именно об этом я и говорю. В последнее время она постоянно занята. И все время лежит такая уставшая, да? Да уж, и в чем же дело, интересно? Вот и я говорю, что-то тут не так, что происходит? А не проще просто пойти и спросить у нее, в чем дело, а не сидеть тут и ныть. Киса, Алиса, что ты тут опять начинаешь, а? Хотя... Да. Идея-то неплохая. Вот именно, пойдемте ее найдем и спросим. Как всегда, самое главное, это сказать забыли. Блин, точно, привет! Подписывайся на наш канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. И ставь лайк. Миша, лайк. Да, и комментарии пиши. Потому что они вот тут везде появляются. А потом пойди и посмотри новые видео на других наших каналах. Кстати, да, на нашем семейном канале Magic Family вышел супер эпичный влог про то, как Миша впервые в жизни ходила в салон красоты. И там что-то пошло не так. И у Ани на канале новый ролик про отношения. Ссылки в описании. Ну чё, погнали? Интересно, удобно ей тут спать? Или ну такое? Происходит какой-то пипец. Аня. Ань. А чё это с ней? Судя по ее виду, она убиралась. И, видимо, очень устала и уснула прямо на полу. Все ясно. У нее нет времени на нас, потому что она все время пробирается. И слишком устает. Вот блин. И чё нам теперь делать? Мы же не можем убираться сами. Ну все, это конец. Все, мы ее потеряли. Зачем мы построили такой большой дом? Хлебушка. Стоп, опять начинаете, хватит ныть. Один мой знакомый котик нашел решение этой проблемы. Мне нужен компьютер. Чё, правда? Киса, Алиса, ты где? Так, что тут у нас? Киса, Алиса, ты чё там задумала, а? Алиэкспресс, и зачем он нам? Спокойно, мелкие, всё готово. Ой, что-то будет. Киса, Алиса, слой твой сын на стул. Слышь. Ох, привет, ребята, чё-то я так устала. Что это? Вы опять что-то заказали без меня? Может, откроешь, вместо того, чтобы задавать лишние вопросы? Ну ладно. На что вы опять потратили наши деньги? Ань, ну открой, посмотри. Давай, Ань, открывай уже. Ну можешь ты быстрее или нет? Давай, Ань, давай уже скорей. Серьезно? Это что, ручной пылесос? Ты давай, открывай. А то мы еще хотим выиграть фитнес-браслет с часами, смартфон Xiaomi и еще вернуть все деньги за пылесос. Как это выиграть часы-браслет, смартфон Xiaomi, а еще и вернуть деньги? О чем ты, Алиса? Ой, а я вот попозже про эту акцию расскажу. Поверь, Ань, тебе это нужно. Да ни один пылесос не справится с моими проблемами, с таким количеством мусора в нашем доме. Ох, Ань, поверь, ты просто еще мало знаешь. Погоди, Софи, Эйвен же подготовился, да? Я тоже вообще-то. Ты, покемон, лучше вообще не лезь. Из тебя плохой комментатор. Давай, Эйвен. Жги. Представляем твоему вниманию, Аня, Dream V9P. Портативный беспроводной пылесос от Xiaomi. Интересненькая штука. Давай, соси все, малыш. Вау. Юми, ну ты че, блин, а? Чё, я пылесосу говорю? А чё такое-то? Юмичу, лучше просто молчи. Итак, дамы и господа, мощность всасывания этого красавца 20 килопаскаль. Это самая высокая мощность всасывания среди всех подобных пылесосов в мире на сегодняшний день. Ой, батя, короче, простым языком. Он сосёт даже кого-нибудь из нас. Плохая идея, Юми. Ну я хотела типа убедить Аню. Да уж, я же говорю, молчи лучше. Можно я договорю? Ого, ребят, он реально круто сосет. Ань, да это еще не все, ты насадки-то видела? То есть вы, ребят, хотите сейчас мне сказать, что кроме там любого какого-то пола и ковров, который, кстати, от вашей грязи очень хорошо избавляет, можно пылесосить типа еще что-то? Да, конечно, мусор всякий по углам. Например, наполнитель из Алискиного туалета. Да, киска Алиска, а? Ой-ой-ой. Окей, погодите, сейчас разберусь. Ань, там как бы все очень просто. Да, Софи, я уже поняла. Прикольно, можно с щеточкой, а можно без. Ну что, Алиска, наскребла песочка? Ой, да ну вас. Сейчас посмотрим. Ладно, стоп. Пока что без комментариев, я не буду обольщаться. То есть можно, получается, наконец-то и шторы от Алискиной шерсти почистить. И значит, мебель от вашей шерсти. Ой-ой-ой, типа ты у нас такая прям тут вообще самая чистюля капец просто, да? А кто вообще разрешал воду включать? Вот именно, Ань. Эй, слышь, типа только мы мусорим тут, да? Конечно, нашлась тут самая правильная. Вот именно, как насчет крови?
крошек от всяких там чипсиков и печенюшечек на диване, а, когда ты киношки по ночам смотришь? Ой, не знаю, о каких крошках ты вообще, Юмичу, говоришь. Даже понятия не имею, какие киношки по ночам, что... В смысле? Или пыль на твоем столе, и вся клавиатура в мусоре, когда ты жрешь за компом. Ой, ну все, ребят, ну не, ладно, ладно. Правда, мусорим мы все. Но да, в этом плане я с вами соглашусь, на осадке это действительно очень круто. Вот-вот, кстати, ты чувствуешь, какой он легкий? Он весит всего 1.5 килограмма. Блин, что, меньше, чем я, что ли? Так что ты не накачаешь огромные бицепсы, удерживая его. Какой этих теток бодибилдерш, ну знаешь? Покемон, лучше заткнись. Я и так ничего не успею накачать, это у него скорее батарейка сядет. Блин, и что делать? Спокуха, братцы, Эйвен, объясни. Ань, не парься, вот ты типа поставила его на специальную зарядку. Зарядился он, и у него очень долгое время работает аккумулятора. Литиевая батарея от Samsung позволяет пылесосить в режиме экономии энергии в течение 60 минут. Короче, час мощного сосания, и ты свободна как... Юми. Ну, в общем, ты поняла. Да уж, вот кому точно никогда не работать в рекламе. Нет, ну я согласна, это реально все очень круто. Погодите, но если он сломается, а вы купили его на Алике, то что делать-то? Выброшенные деньги? Упс, Эйвен. Спокойно. Во-первых, ремонт делается в авторизированных сервисных центрах по всей России. А во-вторых, MCTech AliExpress Store дает 2-летнюю гарантию на замену пылесоса и 3-месячную гарантию на замену аксессуаров. Но если ты, как мы, купишь этого красавца с 26 по 30 августа, то тебе дадут еще гарантийный ремонт на 10 лет. Да ладно, офигеть, я в шоке! Софи, ты че? Я просто заслушалась. Извините. Крутяк. Так что ты уже успеешь состариться, а пылесосы до сих пор можно будет починить бесплатно. Ой, Юмичу. Звание рекламщик года. Блин, подозрительно, если честно. Какой же он действительно удобный, столько у него плюсов, и при этом хорошо убирает. Стоп, погодите, он, наверное, очень дорогой. Да не, Ань, он вообще недорогой, еще и скидка 20%. Да и какая разница, мы все равно собираемся вернуть за него все деньги, да, Софи? Вот. Ага, и еще бесплатно получить фитнес-браслет с часами и смартфон Xiaomi. И все это за пылесос? Как это, вы меня разводите или что? Ань, ну ты че, киса Алиса же сказала тебе вначале. Что? Что только сегодня, 26 августа, 5 случайным покупателям этого пылесоса Dreamweb 9P будет возвращена полностью стоимость пылесоса, ну, на карту, которой ты платил. Серьезно? Нет, блин, мы так типа шутим. Ань, ну конечно серьезно. А еще мы очень хотим себе телефон Xiaomi в игры играть. Ну ладно, я куплю вам, конечно, если так уж очень вам надо. Нет, Ань, мы хотим бесплатно выиграть за пылесос. Как это за пылесос? Киса Лис, ну расскажи продолжение акции. Ладно. Легко. Только сегодня, 26 августа, случайный покупатель пылесоса Dreamweb 9P получит в подарок телефон Xiaomi Mi 9T. Понятно? Чё, правда? Да ладно, круто. А, я поняла. Так вы купили мне пылесос, чтобы на самом деле выиграть себе телефон, да? Типа так, да? Совсем нет. Нет. Я лично хочу себе еще часы фитнес-браслет, вот. Хватит с вас бесплатного телефона, я не буду вам это покупать, а то вы меня разорите. Так, походу Аня не понимает. Киса Лис, объясни ей по-человечески, а? Ань, они о том, что кроме смартфона, который можно именно сегодня, 26 августа, выиграть, еще все покупатели этого пылесоса в MCTech AliExpress Store с 26 по 30 августа выиграют фитнес-браслет с часами Xiaomi Mi Band 4. Короче, каждый час 3 покупателя могут получить этот фитнес-браслет с часами в подарок. И все это, всего лишь купив один пылесос? Да, Ань, она вообще нас слушает или что? Ну просто, блин, ребят, я удивлена и поэтому уточняю. Ну что, мы крутые! Ребят, вы реально молодцы, спасибо огромное. А погодите, я хочу подруге ссылку послать, вдруг она тоже что-нибудь выиграет. О подруге она думает, видите ли. А мы обо всех наших подписчиках-мейджиках подумали и оставили ссылку в описании, вот там внизу. Блин, точно, они же тоже могут захотеть себе такой пылесос и еще и выиграть телефон или фитнес-браслет с часами аж сегодня. И попробовать деньги за пылесос вернуть обратно. Короче, ребята, ссылка в описании, поняли, вот там внизу. Покупайте себе такого друга и выигрывайте подарки! И как сразу у нас дома чисто стало. Ань, ну теперь-то ты не будешь так сильно уставать, да? И будешь с нами играть чаще. И ролики снимать. А не спать на полу от усталости в куче мусора, как бомжара. Да хватит болтать вам, пойдемте скорее, уже 26 число. Нам надо срочно выигрывать призы. Потом будете болтать свои сопливые разговоры. Ой, Алис, слушай, хотя она права. Ань, идем? Блин, ну нифига себе, он пылесосит. Я в шоке. Интересно, а подушку тоже так будет? И подушку так пылесосит.
носит. Кажется, она залипла. Ничего, мы без нее разберемся. Короче, вот там внизу в описании ссылки на новые ролики на всех наших каналах, понял? Вот там внизу ссылки, и на пылесос ссылки, и на все ссылки. Юми, успокойся, пожалуйста, тебя что, заело, что ли? Тем более все уже давно привыкли и знают, где ссылки. Вот там внизу ссылки, там ссылки на новые видео, посмотри потом. Юми, все поняли это. Если ты еще не понял, то знаешь, где ссылки? О, мой собачий бог, что вообще происходит? Ребята знают, что на Magic Family и на Animagic вышли новые видео. Они их посмотрят. Ссылки вот там внизу. Внизу вот там ссылки. И на пылесос там у них акция. Ссылки вот там внизу. Ее, походу, реально заело. Пиши лайк. А я поднимаю мечу. Ссылки внизу. Вот там. Пока. По-моему, нам всем надо отдохнуть. Да уж. Покасики.